Вы простите, конечно, но в туалет некогда сходить, элементарно. Воды попить некогда просто. Мы обращались к руководству, чтобы нам хотя бы врачей-дежурантов дали нам. К нам по первости пришли терапевты, но и они не выдержали этой нагрузки. Они тоже просто собрались и пошли, сказали, мы не будем работать. Все. Но для четверых это просто нереальная нагрузка. Персонал инфекционного отделения центральной городской больницы работает на пределе своих возможностей. Еще в марте, во время начала пандемии, отделение перепрофилировали под провизорный госпиталь. По сути, это то же самое, что и ковидный. Тот же режим, те же условия труда и та же работа с пациентами, у которых положительный тест на COVID-19. Однако федеральные доплаты сотрудникам Бийской инфекционки почему-то не положены. Кто нами руководит-то? Я вообще возмущена вот этим вопросом. Соответственно, помощи никакой мы не видим. Работать в таких условиях мы отказываемся. Врачи, во всяком случае, я отвечаю сейчас за 4 врача, которые у нас всего 4 работают в инфекционном корпусе, на все 3 этажа на прием, которые выматываются утром, выползают, круглосуточный прием, выматываются, выползают. На имя министра здравоохранения Алтайского края Дмитрия Попова уже направлено письмо, в котором сотрудники просят включить 1-й и 2-й этажи инфекционного отделения в перечень попадающих под действие 484-го постановления правительства. И только в этом случае персонал получит федеральные доплаты. В противном же случае уже с середины этой недели врачи не будут дежурить по ночам, в выходные и праздничные дни. Мы прекращаем свою работу как дежурные врачи. Мы будем утром приходить на работу, смотреть больных, дежурить мы не будем. Никакого желания у других со стороны прийти поработать нет. Руководство молчит наше, министерство молчит. Поэтому и возникла такая вот необходимость привлечь внимание, потому что людей жалко. Вот то, что сейчас происходит у нас в городе, в Алтайском крае, просто жалко людей. Потому что они мечутся, не могут никуда обратиться, погибают. И а помощи негде получить людям, ну негде вообще. В соседних регионах Республики Алтай, Кемеровской, Новосибирской областях инфекционные отделения включили в перечень медучреждений, которые попадают под постановление правительства. Есть в этом списке и отделение Барнаула. А вот про инфекционку Наукограда, где принимают не только бийчан, но и жителей соседних районов, в Министерстве здравоохранения региона почему-то забыли. Дело даже дошло до суда, и решение было не в пользу работников. Руководство ЦГБ, которое, по сути, должно защищать права своих сотрудников, было настроено против них. А руководство наше говорит, что мы просто наблюдаем за ними в окно, смотрим, что за пациентами. Ни кровь не берем, ни первую помощь не оказываем. Просто ждем анализа, там положительно или отрицательно, а затем переводим в госпиталь, либо там в другую больницу какую-то, что мы не работаем с этими пациентами. А якобы пациент поступил? Да, мы просто за ними наблюдаем, да, как они у нас умирают, наверное, вот за этим мы наблюдаем. Так руководство на суде, по крайней мере, так они сказали, когда судились с ними. Сейчас основная часть заболевших, в том числе и с коронавирусом, в инфекционное отделение поступает в вечернее и ночное время. Так что к чему приведет отказ от дежурства врачей, догадаться несложно.